Голодовка в Петровске. Жители районного центра, протестующие против строительства в сквере домов, уже несколько дней отказываются от еды. Строители вырубили в зеленой зоне большинство деревьев. Сейчас на месте бывшей аллеи пенсионеры дежурят посменно. Подробнее о протесте в Петровске в сюжете Екатерины Ковальчук. Начать голодовку защитники Петровского сквера решили два дня назад. Такой акт протеста пожилые женщины предприняли в отчаянии. Умрем! Схороните, не видеть будет, не будем видеть, что они творят. Нельзя этого допускать. Изможденные голодом и круглосуточной вахты, пенсионеры дежурят в сквере по 5-10 человек днем и по 3-4 ночью. Такими силами петровцы пытаются препятствовать началу строительства жилых домов в сквере. Борьба районных чиновников и петровчан за квадратные метры земли в центре города началась весной. В этом году местные власти решили не облагораживать эту зеленую зону, а уже в конце лета и вовсе вырубили большую часть деревьев. Вот это была липа. И, кстати, по пенькам ее видно, что она молодая. Она абсолютно не трухлявая. И она была не очень высокая, цвела, но не очень высокая. Ей еще расти да расти. Готов стоять до конца вместе с пенсионерами и депутат районного собрания. Владимир Прохоров уже не один год собирает документы о зеленом сквере Петровска. Говорит, предстоящая здесь стройка незаконна. Согласно всех документов, то есть правила землепользования застройки, генерального плана, здесь территория парковая, и поэтому как бы эта парковая территория не подлежит никакой застройке. Вразрез этим документом почему-то у нас администрация выдает некому Шумейковскому доку часть этой территории в аренду под строительство. Безразличие. Такова, по мнению протестующих, позиция главы города Юрия Заигралова. За время противостояния со строителями, которые длятся уже около 3 недель, он ни разу не посетил сквер. Съемочная группа телеканала РЕН-ТВ «Саратов» попыталась связаться с главой Петровска. Однако Юрий Заигралов даже не дослушал вопрос. Юрий Александрович. Ага. Здравствуйте. Телекомпания РЕН-ТВ «Саратов» беспокоит вас. Юрий Александрович, а не могли бы вы прокомментировать нам... Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.